О, два. Два ветерана, ребята, два ветерана. Он еще и дрона вызвал. Дрон просто поливает. О, вы видели, какая пачка? Ребята, всем привет, на канале Никита Games. У нас сегодня Hills of Steel. Мы сегодня будем играть обновленным танчиком ветеран. Плюс я себе туда посажу реально ветерана. Смотрите, какой у меня будет водила, который будет управлять этим танчиком. И давайте возьмем, вот он танчик ветеран. Здесь немножко его изменили, поставили другую цифру 5. Поэтому мы берем, ребята, ветеран, берем все усилители. И у меня, так как ветеран 15 левел, можно, в принципе, попробовать теперь сразиться нормально в битвах 1 против 1, 2 против 2. И буду периодически менять усилители. Ну что, поехали. Сначала у нас прокачан наш на максимальном уровне ветеран против какого-то джокера. Я надеюсь, что еще плюс я возьму способность большой урон. Мы сейчас точно вынесем. По идее, мы сейчас должны без проблем размотать. Так, а что у меня там стоит? Ой, а я усилитель себе... Ну, пускай первый усилитель у меня будет ремкомплект, который уже я, ребята, сразу сбрасываю. Ух ты, я полностью себя починил. Так, я не попадаю. Я не попадаю. Не, нормально попадаю. А, последний остался. Последний удар готов. Ну, без проблем. Без проблем, пока ветеран справляется. Ну, как-то усилитель, знаете... Усилитель, ремкомплект, так себе. Давайте возьмем, ребята, пила. Пила у меня 10 левел. Ну, попробуем еще раз, один против одного. Так, против нас Атлас. Может быть, Атлас сейчас как пачку своих ракеток выпустит. Могут быть у нас большие проблемы. Давайте возьму гнев. При низком уровне здоровья у меня скорость перезарядки увеличится. И что, я опять? Мне надо ближний бой, у меня пила. Короче, о, он еще и дрона вызвал. Он еще и дрона вызвал. Дрон просто поливает. О, вы видели, какая пачка? Пачка ракеток. О, я под ракетками не могу проехать. Но мне надо к нему подъезжать. Нет, пила. Пила это жестко. Я зря ее вызвал. Взял этот усилитель. Все, хана. Ё-моё. Хана. Хана моему танчику. Пила здесь не работает. Ладно, давайте возьмем сейчас другой режим. 2 против 2. Испытаем пилку на этом режиме. Еще против мамонта. Плюс там еще жнец. А у меня тоже такой же самый союзник. Ну что, давайте. Мы возьмем супер урон. Наносите больше урона. Надеюсь, сейчас урон мне поможет. Мне надо ехать. Ехать вплотную к мамонту. В принципе, под... с мамонтом нормально. О, мамонт тоже пилка. Нет, я не хочу под напалм попасть. Под напалм не хочу попасть. Давай. Кто-то отсеялся. Это мой чувачок отсеялся. Уходим. Ой-ой-ой-ой. А нет, не отсеялся мой чувачок. Я думаю, моего чувака вынесли. Фу, хорош, вынесли мамонта, ребята. Давай, пилочка, пили. Отлично. Добили мы этих чуваков. О, там у нас... Там назревает, ребята, редкий ящик. За редкий ящик нужно побороться. Для этого все, меняем усилитель. Пила так себе. Давайте поставим мину. Установите мину, которая взрывается при контакте с противником. Короче, попробую сейчас что я сделать. Подъехать вперед, быстро откину мину. И надеюсь, Феникс, Джокер. В принципе, танчики не самые мощные. А у меня осадный. Короче, мы по идее должны вынести. Я беру еще больше урона, пускай мне это поможет. Что, погнали, мне надо подъехать. Поставить минку. О, нет. Ой, хорош! Минка нормально так отняла, ребята. Что, мы вынесли этого чувака, нет? Нет. О, еще Джокер летает. Все, Джокера вынесли. У меня жизни тоже отнялись. Этот Феникс заколебал своим огнем. Значит, от него надо отъезжать подальше. Но у него нет шансов. Отлично. Осадный танчик нормально так помогает. Еще две. Еще, ребята, надо две победы. Так, две победы, поэтому можно... Можно поменять усилитель. Давайте возьмем... В этот раз... О, давайте, ребята, возьмем авиаудар. Сейчас я попробую накрыть... Накрыть волной ракеток другие танчики. О, нет, только не Скорпион. Только не Скорпион. Никаких шансов. Но если он может только слабенький. Давайте взрывоопасные отходы. И поехали. Мне надо просто подъехать максимально быстро вперед. Ладно, не успеваю никуда поехать. Я сбрасываю. Сбрасываю авиаудар. Поехали.
полетели мои ракеты. Меня как, конечно, раскачало. Почему чувачок отвлекает на себя? Ой, давай, давай, мочи ты их. Ну что, почти добили. Есть! Вынесли. Короче, я не знаю, где тот чувак. А, там осадный танчик. Ой, не осадный, баллиста. Хорош. Вынесли? Да, вынесли. У меня немножко, конечно, подлагивает в момент взрыва танчиков. Так, отлично, ладно. Неплохо. Хочу поменять усилитель. Давайте возьмем вот эту взрыва. Взрывная волна. У меня 14 уровень. Я думаю, это топчик. 14 уровень, взрывная волна. Титан. Осадный. А у меня кобра. Со мной союзник кобра. Ну что, какой-то еще, какую-то способность. Давайте, супер усилитель. Короче, если сейчас что-то будет чем-то, я взрывной волной походу им, ну, одну треть жизни точно отниму. Так, подъезжаем. На! Осадный танчик вообще готов. Ну и титана. Титана просто добиваем. Потихонечку. Добили без проблем. Ребята, забираем. Забираем редкий ящик. Я надеюсь, сейчас какие-нибудь плюшечки. Да, хорош. Хорош. Пару карт выпало к батарее. Пока прокачиваю этот танчик только за счет редких ящиков. Ну, неплохо. Мне понравилась эта взрывная волна. Можно ее испытать в режиме 1 против 1. О, нет. Короче, самый первый бой. По идее, это должен быть самый простой бой. Так как у меня обнулился здесь рейтинг. И мне уже конговцы подкидывают. Ой, я даже не знаю. Давайте, может, здоровье попробуем побольше поднять. Больше здоровья, ну погнали. Конговец. Может, издалека начнем его? Как-то я не очень ему отнимаю много жизней. По-моему, вообще ничего не отнимаю. О, все, он меня... На, оттолкнул я его. А толку? Да, ё-моё, конговец заколебал. Главное, чтобы он только не зажимал меня. А, уже тупик. Да ё-моё. Мои пульки просто не успевают долететь до него. Мне надо было брать вообще быструю перезарядку, наверное. Да капец, он еще и взрывную волну использовал. Ну, офигеть. Вот я то, чего и боялся, что он меня зажмет просто. У нас жизни наравне, в принципе. Капец, мне не хватило 2 выстрела где-то. Это жесть. Все-таки проще, наверное, проще играть 2 против 2. Так, ладно, давайте. У нас еще есть силовой щит здесь. Силовой щит я не испытывал. Так, давайте, силовой щит. 2 против 2. Полетели. Тоже против нас. Ну, простые танчики. Ладно. Ничего, в принципе, здесь сложного. О, со мной Атлас. Отлично. Надеюсь, Атлас сделает свое дело. И я возьму очередь. Давайте, у нас будет еще до пуля вылетать. По 2 пульки, это неплохо. Но мне не нравится в Титане то, что его качает, да, его постоянно раскачивает. Идите отсюда. Ой. Авиаудар. О, дрон прилетел. Сейчас дрон поможет. Давай. Накидываем. Накидываем. Там кобра осталась стоять. Есть, короче, без проблем вынесли. Что у нас там дальше? Ребята, эпический. Дальше эпический ящик. Так. Эпический ящик, что делать? Нужно брать топовые усилители, значит, в надежде, что мне это как-то поможет. Ну-ка, что у меня здесь еще есть по классненьким? Двойной урон. О, давайте, ребята, напалм. Тоже попробую сбросить напалм. В принципе, если мы подожжем так нехило всех, все остальные танчики, может, нам это и поможет вынести их. Так, там титан. У меня тоже, кстати, титан. Больше урона, давайте, ребята, больше урона. Поехали. Мне надо занять позицию, значит. Я не буду сильно вперед уезжать. Встал. Позицию. Ах, авиаудар прилетел. Да раскачали меня. Вынесли кого-нибудь? Нет, пожалуйста, я хочу эпический ящик. Хорош. Вынесли. Неплохо. По-моему, сейчас хорошо получается у нас идти. Давайте, пускай все так и остается. О, нет. Все. По-моему, сейчас мне придется тратить гемасики, если я проиграю. Ради эпического ящика. Ну, надеюсь, давайте опять очередь. Пускай до пуля вылетает. И надо быстро подъезжать вперед.
встали и готовились. Я, короче, пока стою. Еще не сбрасываю, ребята, не сбрасываю. А вот сейчас сбрасываю. И они тоже сбросили напалм. У кого, короче, кто быстрее сгорит? Я не знаю, но это чудом. Все подвисло. Это чудом. Чудом просто мы победили. Фу, повезло. Просто повезло, ребята. Это жесть. Короче, как этот скорпион... Как у нас не вынес, я не понимаю. Смотрите, что происходит. Они еще конговца. О, два. Два ветерана, ребята. Два ветерана против конговца. Это прикольно. Давайте медленные пули возьму. Никогда не брал. Пускай вражеские пули летят медленнее. У нас два ветерана. Спокойненько. 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 Нет, авиаудар. На тебе напал. Гори. Гори. Так, титан. А, титана мы, в принципе, можем вынести без проблем. А, конговца уничтожили. Отлично, ребята. Конговца мы вынесли. Так, последний. Осталось, ребята, последнюю победу. Я уже не хочу менять. Не хочу ничего менять. В принципе, напал меня устраивает. Он так неплохо подпаливает всех. Нет, только не Атлас. Он сейчас, он уже сейчас опять выпустит пачку своих ракеток. Так, способность, давайте. Рикошет, бронебойный выстрел, очередь. Давайте, наверное, все-таки я за очередь. Пускай вылетает до пуля. Так, у нас тут переехал, кобра стоит. Может, от кобры быстрее избавимся. И тут уже... Да, ё-моё. Как-то поздно. Я промазал! Ремкомплект! Ремкомплект! Он чей ремкомплект забрал? Он вообще балдел. Зато мы его добьем сейчас. Да, это чудо просто. Мы добили его. Фу, ну что, ребята, первый эпический ящик открываю. Давай, 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 давай. Отлично. Батарею можно качнуть. Короче, все новые танчики можно качнуть. И Чонка, и Бака. Фу, неплохо. Сейчас, ребята, было неплохо. Жесть. Ну ладно, все, идем дальше. Короче, можно. Сейчас можно уже поменять усилитель. Давайте. Что у нас там по усилителям? Так, какие мы еще не брали? Так, эти я все сверху брал. Давайте мы не брали дроны. Давайте возьму дрон. Так, я вместе, ребята, с Баком. Классно. С новым танчиком. Давайте возьмем меньше отдачи. Меньше отдачи при стрельбе, а то танчик у меня, конечно, качает нехило. И сразу вызываю дрон. Поехали. Ну что он там хоть нанес кому-то? Надеюсь, какой-то урон нанес. Я стою на месте, у меня, в принципе, да, не качает. Ой, авиаудар там появляется. Я вообще, короче, куда-то отъехал назад. Но там чувак сам. Что он там сам решает, я не знаю. О, вынесли, 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 хорош. Короче, я отомстил. Почти отомстил за него. Ну, еще один раз. Есть. Отлично, ребята. Ну, не знаю, там вроде бы дрон что-то сделал. Ах, дальше. Дальше идут просто монетки. Дальше неинтересно. Там монетки. И мы можем поменять усилитель. Ну, давайте возьмем. Ладно. Двойной урон. Но он у меня не прокачан. Конечно, очень рискованно играть только одним двойным уроном. Ух ты, два осадных танчика. А со мной кто? А со мной, ребята, батарея. Новая батарея, новый ветеран. Давайте я возьму рикошет. Мне хпшка, думаю, поскольку, постольку. Так, ну что. Давай, я вроде... Вроде бы я... И куда я вообще непонятно выстрелил? О, нет. Как обидно. Все, вообще ничего не смог сделать. Не, 6 гематиков я тратить точно не хочу. Так, и хочу еще раз. Хочу еще раз попробовать этот усилитель. Так, давайте. Надо просто подъехать к тем танчикам, тогда его использовать. Так, супер. О, давайте супер усилитель. Пускай он станет более эффективным. И мы сейчас подберемся к ним поближе.
Нет, еще и напал. Ну я вроде бы выстрелил. Что я ему там отнял, непонятно. Так, вынес чувака. Теперь можно прятаться. Ух ты. Что происходит? Да выносят, смотрите. Раз выносят и все, сходу. Нет, это усилитель ни о чем. Так, что мне тут еще осталось? Давайте возьмем исцеляющий дрон. А толку? Так, ну ладно, пускай остается исцеляющий дрон. Попробуем с ним. Хотя он у меня тоже не прокачан особо. Что он это исцелит? Так, опять титаны. Короче, сегодня почему-то выпадают в основном титаны. Давайте супер быстро перезарядку. И поехали. Можно сразу исцеляющий дрон позвать. Они его... Нет, они его сбить не могут. Да, он лечит. Он на своих лечит или только меня? Давай, 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 как медленно взбирается. И титан. Давай, накидывай. Ну, ну хорошо, они в принципе пытаются лечить. Пытаются лечить. А толку? Ну слабенький, но я думаю, если этот дрон в принципе прокачать... Тогда, ребята, я думаю, он бы вылечил. Да, увы. Короче, не везет сейчас. Постоянно проигрываем уже подряд какой раз. Так, и у меня еще остался, по-моему, быстрая перезарядка, да? Все, остальные все я усилители протестил. Давайте, быстрая перезарядка. Опять титан. Смотрите, каждый бой это бой с титаном. О, у меня атлас. Надеюсь, сейчас мы вынесем. И давайте еще очередь. Короче, у меня будет доп пуля, и это все будет на быстрой перезарядке происходить. Главное удачно стать. Так, стать. И поехали, поехали, поехали. Я надеюсь, я там настрелял немного. Так, вынесли одного. Катюша осталась. Так, меня... Я, о, я на халяву подлечился, ремкомплект взял. А, что она сделает? Ничего она, ребята, не сделает уже. Отлично, победа. Вынесли. Вынесли. Ну что, ребята, все вроде бы, все усилители протестил. Такой вот у нас ветеран. Классный скин. Усилители не все классные, но особенно классненькие. Это, ребята, напал. Ну что, на этом все. До скорого в следующих видосиках. Пока-пока.